канале Топ Армия. Так как в новостях стало более чаще звучать слово БМ-21 Град, я решил сделать отдельное видео про эту реактивную систему залпового огня. Мы начинаем. Реактивная система залпового огня БМ-21 Град поступила на вооружение советской армии в 1963 году. Она производилась в течение длительного времени в больших количествах как для советской армии, так и для экспортных заказчиков. В настоящее время БМ-21 Град находится на вооружении более 30 стран мира. Это самая распространенная артиллерийская ракетная система в мире. Существует множество вариантов, копий и модификаций этого автомобиля. БМ-21 Град имеет 40 пусковых установок для 122-мм реактивных снарядов. Стандартная ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой. Его длина составляет 2,87 метра, а вес 66 кг. Сама боеголовка весит 18 кг. Эта артиллерийская ракетная система также стреляет реактивными снарядами, оснащенными зажигательными, химическими, дымовыми, осветительными или кассетными боевыми частями. Кассетные боеголовки содержат противотанковые или противопехотные суббоеприпасы. Для этой системы был разработан ряд других специализированных боеголовок. Полный залп БМ-21 Град охватывает площадь в 1 гектар. Это оружие чрезвычайно эффективно против площадных целей, таких как скопление войск и техники, аэродромы и так далее. Ну, придумайте уже сами. Подготовка пусковой установки к стрельбе занимает 3 минуты. Ракеты могут запускаться прямо из кабины или дистанционно из машины. Возможен пуск ракет без подготовки огневой позиции. Эта функция обеспечивает короткое время реакции. Подготовка пусковой установки Град покидания огневой позиции занимает 2 минуты. Короткое время передислокации позволяет избежать контрбатарейного огня. Система БМ-21 часто используется для атак типа «стреляй и убегай». БМ-21 создан на базе грузового автомобиля повышенной проходимости Урал-375D с колесной формулы 6х6. Автомобиль оснащен бензиновым или дизельным двигателем ЗИЛ-375 мощностью 180 лошадиных сил. Усовершенствованные Грады устанавливались на более новые грузовики Урал-4320 и ЗИЛ-131. Пусковая установка может быть установлена на любое другое подходящее шасси. Перезарядка БМ-21 производится экипажем вручную. Перезарядка ракет также может осуществляться грузовиком сопровождения. Перезарядка ракеты-носителя занимает менее 10 минут. Российские варианты БМ-21 Град, БМ-21В, Град-В, бортовой вариант Града, оснащенный 12 пусковыми трубами, устанавливается на грузовик ГАЗ-66Б колесной формулы 4х4. Град-1, более легкая версия Града, оснащенная 36 пусковыми трубами, устанавливается на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-131 с колесной формулы 6х6. Это артиллерийская система, совместима только с ракетами меньшей дальности. 9К-132, Град-П, переносная одноствольная пусковая установка. А-215, Град-М, корабельная реактивная система залпового огня, устанавливается на десантные корабли. БМ-21ПД «Дамба» — береговая РСЗО, предназначенная для защиты морских баз от подводных проникновений. БМ-21-1 — усовершенствованный вариант Града, установленный на грузовой автомобиль «Урал-43-201». Он оснащен системой спутниковой навигации, автоматизированными системами управления огнем и наведения. Эта артиллерийская система может стрелять ракетами нового поколения с максимальной дальностью в 40 км. 9К-59 «Прима» — улучшенный вариант Града с 50 пусковыми трубами. Град-К — это новая модификация Града, устанавливаемая на шасси КАМАЗ-5350, общего назначения с колесной формулы 6х6. Он был представлен в 2011 году. В настоящее время эта версия находится в мелкосерийном производстве. Торнадо-Г — обновленная версия Града. Первые серийные комплексы поступили в российскую армию в 2012 году. Пусковая установка создана на базе армейского грузовика «Урал-4320». Эта артиллерийская ракетная система стреляет недавно разработанными ракетами с увеличенным радиусом действия и более смертоносными боеголовками. А что думают зрители канала Топ Армия по поводу БМ-21 Града? Смогли бы вы спрятаться на площадь поражения в 1 гектар? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала Топ Армия не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!